Сезон высадки цветов в Вологде начались работы по оформлению главных цветников города. Одним из первых расцвел самый большой цветник областной столицы на проспекте Победы. Всего же в этом году в Вологде цветами будет засажено около 7 тысяч квадратных метров. Подробнее расскажет Юлия Савинцева. Вот смотрите, вот кофе, хватит для кофе один ряд. Да кофе можно и побольше. Можно и побольше. Вот так вот, да. Кохи – это густовитвящийся однолетник, такой вырастает до метра в высоту. Потому его высаживают в центр будущей цветочной композиции. Затем растягивают веревки – это ориентиры, чтобы рисунок был ровным. А дизайнер чертит орнамент, и можно приступать к посадке. Мы сажаем однолетние цветы – бархатцы, космию, кохию. Обрамляем рисунок кохи, потом впоследствии ее подстригаем. Цветник на проспекте Победы – один из самых больших в городе – 900 квадратных метров. Здесь появится настоящий цветочный ковер с орнаментом из разноцветных завитков. Чтобы засадить такую площадь, специалистам потребовалось около 38 тысяч цветов. В основном это неприхотливые растения, обильно цветущие даже в переменчивом северном климате. Но есть и южные цветы, правда, их будут высаживать несколько позже. В том году мы уже использовали теплолюбивый цветок акана, да, и он у нас хорошо в теплицах перезимовал, поэтому в этом году мы его снова будем вносить как элемент цветочного оформления в городские цветники. В этом году его уже будет больше, и это уже как многолетник используется. Дизайнеры в этом году нашли немало интересных решений. Так, площадь Дрыгина, улица Герцена будут оформлены в едином стиле вологодского кружева. Кремлевскую площадь вновь украсит герб Вологодской области. Будут вертикальные композиции, например, рыбка на площади Федулова, украшенная бархатцами. Вновь в Кремлевском саду появится инсталляция в виде руки. У нас в этом году запланировано 7 тысяч метров квадратных цветочного оформления городских территорий. В этом году будет высажено 67 объектов. И, значит, установлено будет 26 вертикальных конструкций, которые мы начнем устанавливать с этой недели уже. Все работы по благоустройству специалисты закончат к 28 июня. Цветущие улицы областной столицы станут одним из подарков жителям к Дню города. Юлия Савинцева, Михаил Прищев, Вологда, Портал.